Доброго здоровья всем. Вот, утки делаю, опять продолжаю. Короче, я взял, сначала разобрал все, как бы, да, покрасил на два раза краской акриловой. Сейчас собрал наклей, да, и видите, приходится мне шпаклевать, потом это все будет красить. Короче, очень-очень это все долго происходит. Я не знаю, какой способ лучше, короче, быстрее получается все равно собранную, как бы это, уже зашпаклеванную красить нафиг. Сейчас мне как-то это надо все зашкурить будет, аккуратненько все это сделать, короче. Еще в чем проблема-то такая, вот. Акриловые краски, они вообще к механическим повреждениям вообще не стойкие. Тут как-то я просто стал собирать и ногтем провел, смотрите, сейчас я проведу тут. И вот она царапина. То есть мне придется, блин, на два раза лаком еще покрывать, блин. Короче, не уходит вообще. Вот. А красить в сборе неудобно, блин. А в разборе получается, видите, на саморез же крепится и на клей, как бы. Я там место вставлял тоже под клей, как бы это. Все это. И опять прикручиваешь. И вообще я не знаю, какой выход из этого найти, чтобы как-то более быстрее не получается вообще нафиг. Не знаю, который уже день тут я. Вчера красил, сегодня собираю. Короче, не знаю, это надо. Не знаю, такие удочки, наверное, только на заказ, если делать нафиг. Столько возни с ними. С лошадками не так, что они лаком покрыло все. Ну вот, выход один нафиг. Заглушки делать, больше ничего. Ну такие мебельные, покупать под саморезы. Больше никак. То есть разноцветные. Тоже синие, белые. И у меня тут уже, видите, глубоко прозинковано, уже заглушки не установятся. Придется все равно доделывать так. Вот. И все тогда получится более-менее так, скорее всего. Всего доброго.